машинки одна за одной, одна за одной, одна за одной. Ой. Сегодня у нас пятница, вечерняя смена, мои выходные рабочие, то есть выходные у людей, рабочие у меня. Ну, собственно, практически как день этого сурка. Тело мое сегодня, как говорится, получило полный запас энергии. Психосоматика сработала. Утром проснулась, покормила котов, думаю, полежу. Чего так рано вставать? Покормила котов, что-то там посмотрела какие-то видео. Итак. И просто отключилась. Проснулась где-то без 10:02 дня. Ну, яицкая сила. На работу уже пора собираться. А я еще сплю. В общем, потихонечку встала. Опять покормила своих ушастых. Они у меня всегда голодные. Не знаю, в последнее время опять они бузатерят. Что-то хотят, а что хотят, не знаю. Хорошо, что купила кое-какие эти самые новые консервы. Ой, я не помню где, но где-то купила. А, в этом, в в Европризе. Ну, они вроде как это самое, кушают. Но я им так даю по пол баночки каждому. Потому что даешь больше, это начинает лежать, они потом уже не подходят. Ну, а так, пол баночки тому, пол баночки тому. Сухпай у меня всегда стоит, поэтому если им там что-то надо догнаться, они догоняются. Но я не об этом, я о том, что о психосоматике, о том, что она меня вырубила. И вот я думаю, что это же четкое предчувствие. Ну, вон, впереди меня куча машин. 4, и там за горизонтом еще 2. 6 машин, то есть они все едут на даче. Хорошая погода, вот сейчас плюс 7, но вроде солнышко обещали. То есть погода должна быть хорошая. Впереди какой номер интересный. 66-66-7. Вот, так что психосоматика. Ну да, вот две впереди, одна сворачивает. Сейчас мы все приостанавливаемся. Потому что один уже доехал до пункта X. Так что психосоматика, я думаю, я вечером скажу, правильно ли отработала моя психосоматика. Вот. Если что, у меня энергетический этот запас есть с собой. Так. Я не понимаю, что-то такая большая эта самая кавалькада. Все едут медленно. Ну что, психосоматика сработала на 100. Все, лето началось. Для пятницы это прям идеальное количество. Но как для одного человека многовато, потому что у нас работает дополнительный человек до 6 вечера. Он ушел буквально пару минут. И понеслась. Гамбургеры. Пицца. Штуки 4 сделала. Не знаю, сколько гамбургеров. Хотела посчитать, но смотрю, уже время прям вот тут вот, даже вот там вот. То я начала убирать. Ничего не успела. Я обычно всегда мою полы между 7 и 8. Тут уже за 9 часов перевалило, и я только тогда начала мыть полы, и то, думаю, уже когда закрылась, то тогда вымыла кухню, потому что времени не было совсем. Все, лето начинается.
Начинается лето. Да. Вот такое сумасшествие у нас с неба падает. Блин. Вообще капец. Это ужас. Обалдеть. Трындец. Трындец подкрался незаметно. Вон они. Беленькие штучки. О как! Считанные минуты и все белое. Пламенный привет. Я, да, час прошел. Солнце засветило у нас. Вон она какая. Красотень. Вот. И вот поверь, только что тут засыпала. А тут на тебе уже все. Ничего не осталось. Даже вдохновение для кого-нибудь. Выходные продолжаются. Вчера вечером ничего не записывала, потому что настроения не было. Взрослые люди, ну взрослые люди, за под 40 лет, как говорит моя подруженца, под 40, ну то есть глубоко за 40, очень глубоко. Вам хочется отправить некоторых в детский сад на дополнительное воспитание. Поэтому вышла вчера такая. И народу много, и... Ну, короче, сегодня воскресенье, солнце светит, слава тебе, яйца. Вот, воскресенье это уже хорошо, потому что основная масса повалит домой. Цветочки мои, вот они, цветут мои цветоёчки. Цветочки цветут, народ поедет на сдачу домой. Я вот дела. Ну что? Ну что, красивая, поехали. Вернее, пошли кормить страждущих и... Ну вот. Не знаю, спать хочу. Легла поздно. Легла поздно, рано встала. Действует такое накопительная усталость. Завтра у меня один выходной день. Все как всегда. А потом еще целая куча. И под конец ярмарка будет в субботу. Так что надо все успеть. Вчера выпила вот этот напиток, который женьшень. Вкусно. Женьшень. Со вкусом персика. Не знаю, ехала всю дорогу, зевала. Думаю, как я буду работать. Не знаю, может оно там как-то... Сочетание витаминов и минералов нивелировало эту женьшень. В общем, он только вкусный на сегодняшний день. Может, там нужна какая-то накопительная система. Или мне просто так сильно хотелось спать, что никакой женьшень на ноги поднять не смог. Ну что, я вас поздравляю. У нас лето началось. Не по температуре за бортом, а по количеству проезжающих. Все. Лето началось. Ой, мама дорогая. Капец.
А ведь это только середина апреля. Середина апреля. Все чешется. Абсолютно все чешется. Бегаешь как-то с овраска. На лице такое ощущение, что 2 сантиметра соли. Так, случайно лизнешь где-нибудь чего-нибудь. Так. Эфа. Соленый. Как будто в море искупался. В очень-очень соленом море. Так, я забыла пристегнуться. Не забывайте пристегиваться. Пристегиваться в машине очень нужно. Потому что техника безопасности – это техника не только вашей безопасности, но и, так сказать, способ сохранить жизнь. Не правда ли? Так что помните, сели в машину, пристегнулись, посмотрели налево, посмотрели направо, посмотрели вперед, глянули назад и потихонечку тронулись домой. У меня завтра один выходной.